Кажется, боги улыбнулись нам. Если, братья-спартанцы, есть еще афинские корабли. Да, главное, братья-спартанцы, чтоб не подкакали. Давай, Кася, есть еще афинские лодочки. Но, как видите, вокруг них спартанцы крутятся. О, я вижу еще. Неужели? Спартанец, уходи нафиг. Да, попал все-таки я в спартанца. Огранулись на меня все. Здесь будет весело. За 5 афинских кораблей тонут десятки спартанских, блин. Что за невезуха? Что за непруха-то, а? Эй, чувак, у нас бой. А ты что-то затыкал там на своем постаменте. Да, но этот щит Тася выбить не выбьет. Блин. Выбила! Молодец, Касюся. Да, тяжковатый воин. Хотя в таком положении ему там вообще невозможно было бы копьем действовать. Утоп. Ну, как устало. Да, ну попали мы по пандер, по пандосе. Блин. Ребята, мы не хотим с вами драться. Попытаться уйти от них. Даже не знаю, удастся или нет. Вон у вас афинянина рядышком, ну чё? Чуваки, отстаньте. Мем, ох, обиделись. Они не могут быстрее. Ну
Возможно, конечно, один единственный способ от них уйти — это попытаться где-то причалить, но вряд ли. Да, у нас там пираты и не слабенькие, не хочу я туда. Пацаны, все, пора успокоиться. Ну, в бою всякое бывает. Отвалить от меня. Не, гля, преследуют. Ну, извините, сами нарвались, блин. Сами нарвались, ребята. Тут уж простите. Все, что ли? Извини, Одесса, тебе досталось. Блин, пока я с этими долбодятлами разбираюсь, у меня афинский корабль уплывет. И ты нафиг со своими делами. Деловой, блин. Ничего личного, это только бизнес, только бизнес. Так, ну, нам все-таки повезло. Один афинский корабль есть, второй там он тусуется. Надеюсь, я его успею догнать. Вроде бы больше согревшихся спартанцев нет. Ну, а в отношении этого спартанского корабля, ну, не пропадать же добру. Ахилла! Тем, что Андрос торгует одним из самых дорогих видов мрамора. Тот остров с руинами древней цивилизации, о котором ты говорил. Да что ты как хромоножка? Да, позажигаем с тобой слегонца. Бля, какая отделка гарная. Все при мне. Меч, копье царя Леонида. Шлем с гребешком. Все, что надо греческой женщине. Ты бля какой. Бодрячок. Смачно он так
мясо нарубил. Ну, слазь, пока ты будешь по перилам бегать твою ревизию, блин. Так, ну, начинаем охоту. Нахинянина. Надеюсь, удастся его догнать. Приближаемся мы к Афинянину. Но, как видите, у нас опять куча мала. Наши любимые спартанцы нам мешают изо всех сил. Ну, хотя бы его уже там добили, так, чтоб я на абордаж мог взять его. Ну, что ты с ним там зажимаешься? Мы постараемся действовать поаккуратнее в этот раз. Не знаю, получится или нет. Не получится, потопим еще и спартанцев. Охрен. Больше хабара будет. Куда вот ты летишь на меня? Ну, как видите, этот удот еще у нас врезался. Ну, два корабля потоплено, заполняется, на абордаж этого красавца взять не удалось. Но постепенно задание выполняется. Эй, не заканчивайтесь, афиняне. Афиняне, появляйтесь. Так. У нас теперь еще один маленький мини-квестик. О, он ближе и ближе. Да, я почти в его сторону плыву. То есть нам предстоит битва с культистом. Что? Наверное, на дне моря нас поджидают Сцилла и Харибда. Нет, пираты! Много пиратов! Ха! И всего-то! Да. Понятно, уважаемый Геродот. Ты-то участие в битвах не принимаешь. Мы теперь в обратную сторону движемся. Наша цель не там. Не хочу цель подмечать, не люблю, когда картинка на экране испорчена этим значком. Да, но наша цель, по-моему, вон плавает. Пока еще Икар не может осмотреть его толком. И... еще три пиратских корабля. Притом достаточно таких не слабеньких. Не знаю, как бой сложится с этим служителем культа. Насколько мощная у него команда. Ну да, он 15 уровня. В принципе, можем мы с ним потягаться. Но пираты. Возможно, придется сначала пиратов подчищать. Thank you.
воде какой-то груз. В общем, нам уже скоро будет и 16 уровень. Два мелких пирата и один побольше. Пятнадцатый уровень. Да что ж ты на него не наводишься, Ика. Пятнадцатый уровень и фиолетовый напыстничек. Пираты вроде удаляются. Если подойдем ближе, точно столкнемся. То мы идем прямо на них. Да, нехило они так подбили командочку мою. Да, хоть у него уровень-то и 15, но не хило. Они так наносят нам урон. Как видите, и динамические характеристики их корабля довольно нехилые. Пожелайте мне удачи. А самое главное, чтобы эта сволочь за борт не выпала. Со всем добром. Прыгай, делка. О, его убили. Ай-яй-яй. Его убили без меня. Мастер боя с тенью. Кассандра разит пустоту. Она как Гарри Поттер видит в пустоте всякую хрень. А все почему? Потому что в Хогвартсе едят всякие мухоморы. И плесень. Ух ты, Касю не зарубил. Ну, в общем, да. Не довелось Кассе носом к носу лично, так сказать, расправиться с культистом. Но добро она его все равно получила. Ну, всяких вот цветастеньких вещичек.
Да, вот. Астериона мы кокнули. И у нас появилась информация про еще одного дядечку. Вот, ну ладно, теперь основная, главная задача. Афинские корабли. Столько дел. Не-не-не, я знаю, По местам расслабились. Скорей! Да, такое впечатление, что афиняне в очередной раз закончились. Жестко. Афиняне! Мы совсем офигели. И совесть потеряли, отдали все спартанцам. Вы бабы в набедных пасках, а не бойцы. Сбройте волосы со своих грудей, блин. Да и отрастите эти сиськи, блин. Ходите, трясите ими. Вы не мужики, афиняне. Меня не слышат, не обижаются. Неужели? Я вижу еще один афинский кораблик. Да. Шел 3020 год. И человечество, остатки его покинули уничтоженную планету. И в состоянии стазиса отправились к ближайшим пригодным для жизни мирам. На планете Земля воцарились мутировавшие и полневшие тараканы. А дядя Саша до сих пор играл в Assassin's Creed, переставляя время на своем компьютере, чтобы найти все-таки оставшиеся три афинских корабля. Афинянин! Афинянин, стой! Стой, да куда ты? Не уплывай, ты нужен мне! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тормози! Ёлка, тормози! Главное этих красавцев не зацепить, блин. Спартанских, заразы. Откуда вы взялись на мою голову? Уходите! Уходите, блин. Увольни. Курс в открытое море! Да. Приготовьтесь стрелять! Так, 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 ждем, ждем, ждем. А, он уходит. По промах. Они приведи Зевс, я попаду вон. В эту. Эх, нет, не вышла протаранить. Есть. Опа, дрифтуй, галера, дрифтуй. Быстрей! Поздравьте меня, у меня третий охвинянин. Давайте гавайский боевой танец спляшем. Или индийский. Философ, а где твой меч? Ты же с мечом раньше бегал. Мой философ потерял меч. Не, ну что это такое? Пропил. Упс.
стопудово, это ж философ, блин. Философ должен быть алкоголиком. Иначе не бывает. Так главный псих в городе это главный психиатр. И философ должен бухать. Ой, убили моего философа. Убили бедняжечку. Ну, ненадолго. Есть. Эй. А, появился. Фу. Я уже испугался. Оу, оу, левел. Левел это классненько. Ну, ребята, запивай. Чего там поете? Подсосило, подсосило. Давай. Что-нибудь веселенькое. Так. Девонька подняла левел. Девонька. Да ну я же уже посмотрел культиста. Чего у меня тут? Ну, все они осмотрены. А, вот. Еще про одного. Да, еще про одного узнали информацию. А я на него и не глянул. 50 уровня мечага. Такая, да, 2000 урона. Вот потому высокоуровневые враги и выбивают нафиг девоньку. Так, способность, да. Что ж мы, девица-красавица, с тобой можем взять такого интересного, а? Лечилку нет, пока не могу. Выбивание щитов не могу. Не могу. О, да, глушилку. Давайте возьмем глушилку. Все, глушилка максимального уровня. То есть, если уже с ней девонька никого не сможет выкрасть себе в команду, то значит его придется просто убивать. Так, два афинских корабля осталось. Мля-мля-мля, два афинских корабля. Мля-ля-ля, мля-ля-ля, мля-ля-ля. Так, нет, это не афинянин, это пират. Ну, ищем, продолжаем поиски. Так, глядишь, я и второго пришествия дождусь. Боги услышали наши молитвы. Посейдон послал нам афинские корабли. Еще один, еще один. Готовьтесь, ребята, вас ждет хорошая добыча. Вино и девки на берегу. Нет больше афинских кораблей, пока нет. Ну ладно. Будем надеяться, что будет.
философ наш без меча все прыгает, а? Ты бы щит в руки взял, черепашка-ниндзя. Может, так бы больше было шанса выжить. А ты отдай щит, он тебе не... Ах, ты ж ты не даешь. Ты ж такой... Данечка. Данай. Данай. Так, яд сделай. Делай, Кася, яд. Не, не может забрать она. Завелась. Да и урон он такой неплохой наносит. Подбирает где-то наш философ меч себе. Тебе пора за борт, чувак. Фу. Фу, разобралась. Молодец. Касечка. Ну все, остается один. Один кораблик остается. О, есть! Ха, их тут целая толпа! Ура! Мы надыбали афинян! Молодцы, хорошо сработали. Ну, готовьтесь. Да хватит, я знаю, поставили тебя. Шел бы ты в трюм, Геродот. Либо вместо свадебной куклы на нос корабля. Я примотать и рассказывай там. Так, а вот тут вот... Вот тут вот, да. Вдруг это... Да, ай-яй-яй-яй-яй-яй, как же нам не повезло. А я-то обрадовался. Ай-яй-яй, текай, Кася, текай. Только я думаю, ты не уйдешь. Так, единственный вариант, только пристать к острову, может быть, удастся. Не, фу, не увязались. Блин, обрадовался, ага, сейчас. Да, Хель 22 уровня плавает. Да, возвращайся, Кася, там, где ты можешь потягаться с ними. А, не мог. Должны, если хотят жить. В общем, вот так вот. Радость наша сменилась печалью. Потому что мы... Последний остался финский... О, есть, да, вот там вот должен быть низкоуровневый. Я надеюсь. Я надеюсь на это... Давай, пацанчики, давай. Сдыхаться уже этого задания. Да. Нам сказали кукарям-ботам. 22 уровень. Ну да. 25. Надо к Андросу возвращаться. Эй, кыш-кыш-кыш-кыш. Спасибо за то, что посмотрел. Икарус. А я тоже так думаю, я с тобой на 100 пудов согласен. Да какую звезду Таран? Ты чё, Кася? Ты чё? На Таран. На Таранку мы пойдем. Когда нас с акулой вместе засолят, которая наше тело сожрет. Растерзанная афинскими мечами 22 уровня. Я знаю.
ничего с этим сделать не могу. И впереди, возможно, там доступные нам будут. И то вряд ли. Не, ну так далеко не видит. Птичку еще надо разбивать. Ну хорошо, хоть они на нас не агрятся просто так. Ведут себя вполне мирно. Во! Это да. Это наши клиенты. А вы плывите к себе. Вам уже поздно в этот район заплывать. Вот другого уровня. Дельфинчик, плыл бы ты отсюда. Тут сейчас будет бобо. А то стрела попадет тебе в колено. И не сможешь ты уже странствовать по морям. Не, ну если они не заплыли в другой район и вдруг не поменяли уровень, то мы отступать не будем. И расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать». Витечка, Витёк, лучше бедный ты утёк. Может быть, тогда бы жил, а акулок не кормил. Да, вот так вот, точно. Микадо, Микацу, Хейкалейка, Бонзай. Давай. О-о-о-о-о-о, не! А как это он так? Ну тогда сейчас тараним, ты на него глянь. Блин.
нужно. Понимаешь, есть такое слово надо. Очень плохо, что мы не попали. Блин, добьют нас, а. И сейва нет, блин. Опа. Да. Вот такая вот беда у нас вышла. То есть нам туда лучше не плыть. Да как небезопасно? Тут уже должно быть это... Нормально, мы назад тут. Не назад, да? Мы плывем не назад. Блин. Заброшенный лес, Андрес. 18-й левел. Даже я не понял, один корабль там не утопить удалось, и на абордаж его взять удалось. То есть он был 16 уровня. И второй шел 16 уровня. Да что, получается, он пересек линию между территориями разных уровней, у него резко подскочил левел. Не знаю. Да, ну мы, получается, возвращаемся туда, где нам противники по росту нашему. То есть нам надо спартанцы. Везде одни спартанцы. Ну то есть где-то тут нам плавать. В этом райончике не дальше. Да, задание-то уже было выполнено. А иди его все разбери. Или кто там у них? Пан. По греческой мифологии Аид с Сатаной никак не совпадают. Ближе все-таки Пан. Сей греческий бог изображался с рогами, человеческой головой с мордой козла, козлоногим фауном. И оттуда же от этого пана произошло слово паника. То есть был он не каким-то веселым сатиром-гулякой, который охочет до женского тела. Вот, а пан был самым, что ни на есть, злым мясным козлобогом. Вот он больше всего как раз. Лукавому и подходит. Да. Поиски афинских кораблей таки затягиваются. И
хорошо хоть Варнава предупреждает, что оу, эти воды опасны, нам тут делать нефиг. Да, не финячится как-то на горизонте у меня. Я же все так хорошо сложилось, блин, какого хрена? Ну, я ж оба кораблика и каром посмотрел, оба были 16 уровня нашего. Какого он вдруг стал смертельно опасным? Ну, смотри, Касечка, тебе в этой игре такое счастье не светит. Если ты переместишься в зону с более высоким уровнем противником, ты-то останешься на своем. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну ладно, продолжу я свои поиски амфинских кораблей. Осталось всего две штучки. А потом, как я увидел, возможно, вы могли обратить внимание, когда на коротенький период времени возникла табличка о том, что выполнено задание, у нас в левом верхнем углу экрана было написано: вернитесь к этому долбаному крестьянину. Не, пират мне не нужен, пират меня не интересует никак. Так, ну нам, кажется, повезло. Нашего уровня, если он только не вплывет и не поменяет его. 16 уровня, большая, конечно, дрезина плывет, ее можно бы за два корабля финских посчитать. Ну, таю надежду на то, что я его победю. У меня останется только один афинский корабль, а потом искать того зайца, чтобы отдать ему фотографию. То есть бежать к тому крестьянину. Возможно, с берега удастся телепортироваться к точке обзора, чтоб не мучаться. Ну что, газуем или еще раз? Давай газуем. Давай, Кася, газуй. Эх, рано все-таки, да? Да, под слону припарка. Эх, не докидел он уже, да? Ай, прячься, мужики! Все нормально. Мачмадосненький он попался. Но, правда, не знаю, как удастся сам абордаж. Варнава, гля, какую мы красаву сейчас брать будем. Может, давай его себе заберем, адреску поменяем. Нет, Кассандра, нам никаких денег не хватит жрецов прокормить. На. Шучу. Что, понеслось? Да, больно враги бьются. И выбиваются эти шкаласты. Давай, девка, выбегай куда-нибудь, где свои есть. Я бы подлечиться не мешала. Ну,
щит в руки возьми, Пеленор. Я зачем девочке качал в убивании щитов? Ну, еще есть враги. Пеленор. Пенечка, сдавайся. Сейчас где-то у нас еще есть, да? Ну так. Забрать стулку! Забрать с корабля стулку! Касечка тоже хочет разместить попу на мягеньком. Да ну перепрыгнешь ты! Да ну что ж ты, блин! Да куда ты по кругу побежала? Да что это... Ну что такое? Прыгнуть она не может. Сочетание когда клавиш. А у тебя стулочки нет. У тебя жаровенькая под попкой. Так, ну, четвертый есть. Афинянин. Да, вот тут вот опять надо быть очень внимательным. Потому что... Ящер. Ну, 16 уровня все, при том, гляньте, вызвездила как афинян. Ну, все они нашего уровня. Большую шагалеру нам интереснее брать будет, а барчик с ней получше. На какого хэ, блин? Эх, как она с боком полетела.
Да не на свои боты. Не отдает он щит. Да хватит его уже. И так разделало. Нет, у нас там больше сундуков. Все, задание опять выполнено, так? Столько дел, и столько неизведанного впереди. Скорее, побед! Не. Где-то враги еще рядом, да? Вот они. Блин, да разворачивайся ж ты быстрее. Убили меня. Все. Все, по-моему, рядом врагов не осталось.
Можете меня поздравить. На этой счастливой ноте, эту серию, которая, наверное, и так выйдет очень длинной, я закончу. Спасибо за внимание.